На даче-то у нас выпало, ну, вот так, мне кажется, несколько сантиметров точно. Роберт даже пошел к своей песочнице, открыл ее. А за окном тем временем настоящая зима. Роберт попал в чудесную страну поездов. Самый настоящий поезд едет, Роберт. Вот он, посмотри, сколько вагонов он везет. Да, Роберт! Ну, конечно, нет. Собрал? Ай, отвалилось. Это очень интересно. Роберт в шоке, везде бегает. Роберт рассматривает модель метро. А сверху очень красивая станция, площадь Революции. Это очень красивая модель. На утро еще снег лежал, а сейчас все растаяло. Кажется, большинство тюльпанов пережило этот мороз. Но сегодня будет еще раз минус 3. Сегодня никого в бассейне нету. То ли все разъехались на майские праздники.